Ашсигар – один из немногих китайских производителей, кто выпускает добротные моды не только с точки зрения сборки, но и производительности, ведь в их разработках используются платы DNA. Сегодня мы расскажем о новом сквонк-наборе – VT Inbox Squonk DNA 75 Starter Kit, который может показаться не самым удачным устройством этой компании. Starter Kit состоит из VT Inbox DNA 75 и Dripki Mace V2. Для справки, сквонк-моды или ботом-фидеры – очень нишевый формат устройств, в которых дрипка заправляется из встроенного резервуара через 510-й коннектор. Набор может похвастаться богатой комплектацией. Внутри вы найдете дополнительную юбку для дрипки, два флакона для жидкости, микро-USB-кабель, пару пинов, набор рингов и винтов, а также инструкцию. По бокам VT Inbox находятся сменные крышки на магнитах. Панели декорированы голографическими наклейками и покрыты лаком. На одной из них есть отверстие под нажатие на бутылек. Девайс вроде бы хорошо лежит в руке. Никаких острых скосов, граней или углов. Но крышки ходят туда-сюда, что не очень приятно. На панели управления вы найдете OLED-дисплей, разъем микро-USB и хорошо так люфтящие пластиковые клавиши. Кнопка Fire подсвечивается двумя диодами. Непонятно, правда, зачем. При нажатии их все равно не видно. Дисплей здесь такой же, как и в любом другом моде под управлением платы DNA. А это значит, что вам доступна полная кастомизация пресетов, меню, логотипов, термоконтроль на чем угодно. Короче, это знакомое всем DNA. Под крышками скрывается отсек для аккумулятора 18650 и тот самый флакончик с жидкостью. Заправляется просто, но есть возможность залить аккумулятор жидкостью, поэтому силиконовый шланг желательно протирать во время смены флакона. В комплекте вы найдете два бутылька емкостью 8 мл. К ним прилагаются специальные крышки для того, чтобы удобно переносить ваши жидкости и в случае необходимости оперативно их заменять. Атомайзер не представляет из себя ничего особенного. Забавно, но Ашсигар добавили старую как мир фишку – откидной верх, который фиксируется на месте толстым орингом. Доверие такая конструкция не вызывает, но ничего не болтается. Использовать с Mace RDA можно как 810-й дриптипы с остальным корпусом, так и 510-й с дополнительной юбкой из пластика Ultem, который почти не греется. База стандартная. Velocity стойки с шестигранными болтами, а обдув нижний регулируется с помощью поворота корпуса. Между бортиком и обдувом есть разница в 1 мм. Это сделано для того, чтобы у вас не протекла дрипка, если вы ее перельете. Если говорить о вкусе, то в Mace он есть. Достаточно сделать мощность побольше и немного прикрыть обдув. VT Inbox Squonk Starter Kit станет неплохим бюджетным вариантом для тех, кто всегда в движении или налегке. За 5000 рублей вы получите мод с DNA, а также атомайзер, который обеспечит неплохую вкусопередачу и немалое количество пара. Особенно актуальным устройство станет для автомобилистов, не желающих расставаться с дрипочной вкусопередачей даже за рулем. Единственный существенный минус – общая болтанка деталей бокс-мода. Но если вы аккуратны, то с ним ничего не случится. Мы благодарим Ашсигар за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте нежнее с пузырьками на сквонкерах.